Привет, ребята. Если вы очень любите пару Сехер и Яман, если вы хотите, чтобы Сехер и Яман были очень счастливы, давайте нажмем кнопку «Нравится» и увидим наш номер. Простит ли Сехер Ямана? Каким будет неожиданное развитие в сериале, что изменит? Мать Ямана, даст ли Дуйгу Али шанс? Вот мои друзья. В новом эпизоде нашего сериала «Жизнь» каждого изменится с участием новых людей в сериале. С одной стороны, в сериал придет мама Ямана. С другой стороны, будут люди, которые плохо поступают с Яманом. Особенно эти люди – новые соперники Аксака и Ямана. Новый соперник Ямана Сехер и Яман присоединятся к сериалу, пока они разлучены. Даже в трудные времена Сехер, этот человек, поддерживал ее. Следовательно, этот человек, возможно, находился под влиянием Сехер и влюбился в нее. Как будто Селима в жизни Сехер мало, на Яман придут соперники. Но поскольку Сехер любит Ямана, она никого не увидит. Фактически, Яман никогда не покинет сознание Сехер. Конечно, позже Яман и Сехер воссоединятся, и все проблемы исчезнут. Но до тех пор мы будем наблюдать за ревностью Ямана. Вдобавок Аксак придет зла Яману. С появлением Аксака в нашем сериале «Жизнь каждого изменится». Потому что Аксак навредит Яману и захочет его ликвидировать. С одной стороны Селим, а с другой Зухаль тоже будут делать зло. На наш взгляд, несмотря на все плохое, хорошее побеждает. На самом деле все будет хорошо, когда Сехер вернется в особняк. Потому что Яман, и все будут очень счастливы с прибытием Сехер. С этой радостью брак нашей пары тоже станет реальностью. Яман будет очень рад встрече с Сехер. Сехер также будет благодарна за то, что она не потеряла Ямана. Это еще больше укрепит связь между Сехер и Яманом. Фактически, благодаря этой крепкой связи у Сехер и Ямана будет ребенок. Кроме того, Зия женится после того, как Яман и Сехер помирятся. С этим браком в жизни крымчанки будут наблюдаться серьезные изменения. Пока идут все эти события, Яман не примет свою мать. Фактически, Яман увидит, что его мать ответственна за его переживания. Потому что Яман винит свою мать в семейном опыте. По этим причинам Яман отомстит своей матери. Но Сехер предотвратит это и поддержит Ямана. Потому что Сехер не хочет, чтобы Яман был расстроен и утомлен. Когда Яман примет свою мать, правда об Али также откроется. Таким образом, Яман узнает, что Али – его родной брат. Со временем Яман примет Али как своего брата. Со временем на Али будет влиять Дуйгу. В последнем трейлере рядом с Дуйгу глаза Али сияли от радости. Это показывает, что Али влюбится в Дуйгу. В результате Али откроет новую страницу в своей жизни. К тому же султан по-прежнему будет делать все возможное, чтобы обеспечить это единство. Потому что султан по-прежнему будет сводить Дуйгу и Али вместе. Поэтому султан все равно снова выйдет на работу. И он внесет серьезный вклад в любовь Али и Дуйгу. Что ж, как вы думаете, Яман сможет заставить Сехер простить его? Я буду ждать ваших комментариев ниже. В новом эпизоде нашего сериала Сехер после событий построила для себя новую жизнь. Жизнь Сехер стала тяжелее, и она переживает большие трудности. Потому что Сехер подумал, что Яман мертв, и очень расстроился. Собственно, это причина горечи на лице Сехер. Но все будет хорошо, когда Яман найдет Сехер и Юсуфа. Яман сделает все возможное, чтобы Сехер простил его. Потому что жизнь без Сехер стала для Ямана очень сложной. Яман стал не способен жить без Сехер. Но с тех пор, как Яман нашел Сехер, миры стали его. Вот почему Яман никогда не покинет Сехер. И он снова начнет новую жизнь с Сехер. Кроме того, Сехер простит Ямана. Для нашей пары наступят счастливые дни, когда Сехер прощает Ямана.
Но когда мы говорим, что снова полностью счастливы, возникает другая проблема. На этот раз к сериалу присоединятся новые персонажи. Некоторые персонажи будут соперничать с Сехером и Яманом. Другие останутся злыми. Также в неожиданный момент к сериалу присоединится мама Ямана. А пока, конечно, новые соперники Ямана доставят ему трудности. Но Сехер никогда не покинет Яман. Когда Яман увидит преданность Сехер, он станет более привязанным к ней. Примирение Сехер и Ямана ознаменует начало хороших дней в новом эпизоде нашего сериала. Сехер, с другой стороны, снова поверит в Ямана, несмотря ни на что. Яман поклянется никогда больше не покидать Сехер. Но все же проблема доверия между Сехер и Яманом не решена. Проблема с доверием снова поставит Ямана и Сехер на грань разлуки. Конечно, хорошие вещи будут происходить, но плохие тоже будут. Потому что будут те, кто попытается разделить Сехер и Яман. Во главе их людей новая жена Зии. Кроме того, Зухали Селим продолжит свои злые дела. Кроме того, новый соперник выйдет на Яман и Сехер. Мы заявляли, что в нашем сериале появятся новые персонажи. Новой женой Зии может стать Анур Сарасер. Если жена Зии Анур Сарасер, всем будет грозить большая опасность. Потому что Анур будет бороться за наследство, как Икбаль. Анур никогда не сдастся, пока не получит крымское наследие. Фактически, Анур захочет убить Сехер на этой дороге. Если Яман не обратит внимания, Сехер умрет и покинет шоу. Яман также будет оплакивать смерть Сехер и возмущаться жизнью. Вот почему каждый не должен быть немного безрассудным. Роль двух других людей в нашем сериале пока не определена. Считается, что новыми соперниками Ямана будут Ахмед Митинер и Фикрет Фюркан. Если эти люди станут новым соперником Ямана, Ямана поджидает большая опасность. Селим и Зухаль снова сделают зло. Селим найдет выход из тюрьмы. Зухаль снова попытается заполучить Ямана. Конечно, на этот раз Селим совершит еще больше зла. На этот раз Селим будет более осторожен со своими планами. Потому что Селим никогда не сдастся, пока не положит конец Яману. Но пока Яман и Сехер вместе, никто не сможет причинить им вред. В новом эпизоде нашего сериала будет несколько хороших событий. Потому что Яман наконец найдет Сехер. И Яман будет очень рад найти Сехер. Потому что для Ямана Сехер и Юсуф – причина подключения к жизни. Яман будет всячески стараться, чтобы Сехер простил его. Поначалу Сехер никогда не даст Яману шанса. Но позже Сехер поймет, что ей не избежать своих чувств. В результате Сехер снова вернется в Яман. Конечно, Яман будет очень доволен этой новостью. Когда Яман получит этот шанс – он начнет новую жизнь. Поэтому в жизни нашей пары начнутся более счастливые дни. Мы подошли к концу этого аналитического видео, друзья. Вы можете поддержать новый сезон нашего сериала, подписавшись на канал и поставив лайк этому видео. Увидимся в следующих видео. Пока!